Это вот фундамент. Фундамент весь уже разрушенный. Там, наверное, даже кто-то живет. Вот это вот тубзалет, или по-московскому туалет. Такой вот туалетная комната, скажем так. Но внутрь заходить не будем, там не очень красиво. Всем привет, с вами Жека. Как вы уже поняли, зайдя на мой канал. Вот это вот забор, довольно-таки старый, как видно вам всем. Вот. Уже на веревочках все держится. Надо ставить новый. Вот такая вот вишня, красная наливная. Уже созревшая. Ее даже можно кушать. Такая вот. Дом уже весь старый. Облазит краска. Облупливается. Надо красить. Вот это крыльцо, на котором я снимал вступление к этому ролику. Это розы. Красная, бордовая, вернее. Мама выращивала букет. Если девушка появится, я их нарву и подарю. Это мята. Не дикая, домашняя. Ее мама сажала. Очень ароматная. Если ее потереть вот так вот в руках. Такую штучку берешь, набираешь и споласкиваешься. Виноградик. Еще не зрелый. Пару месяцев можно будет кушать. Малина. Ягода, малина, как в песне. Сейчас попробуем. А это вот такая вот у меня черешня во дворе. Вернее, за домом. В огороде. Или на огороде. Не знаю, как правильно. Но факт есть фактом, что она похожа на елочку. Вот это, кстати, вишенка крупная. Видите, да? Видимо, здесь сорта вишни тоже. Мамки разные. Мамы мои. Такой вот сорняк. Очень колючий. Мне его придется как-то выкорчевывать отсюда. Всем привет, с вами Жека. Как вы уже поняли, зайдя на мой канал, вы спросите, что я делаю на этом старом крыльце. Этот дом когда-то принадлежал моей матери. Сам я жил в Москве, проживал, вернее, в Московской области. И вот решил выбраться в деревню, чтобы привести в порядок этот дом, поскольку я здесь последний раз был 1,5 года назад, и он намного в лучшем состоянии был, чем сейчас. Я буду снимать видеообзоры, то, что я здесь делаю. Может быть, вы в комментариях напишите, что наоборот, что-то к лучшему изменилось. Поэтому ставьте лайки, подписывайтесь, не забывайте также ставить комментарии. Я думаю, вам будет интересен процесс, как что здесь меняется, и к лучшему или к худшему, это вы уже можете писать в своих комментариях к моим видео на этом канале. Поэтому спасибо вам всем за внимание. Опять же, не забудьте подписаться. Вот это вот забор, довольно-таки старый, как видно вам всем. Вот. Уже на веревочках все держится. Надо ставить новый на место старого. Тут калитка уже тоже вся убитая временем. Вот это вот вишня, вот такая вот вишня красная наливная, уже созревшая, ее даже можно кушать. Такая вот. Немного вяжет во рту, но сладкое. Выходим во двор. Дом уже весь старый. Облазит краска. Облупливается. Надо красить. Окна тоже. Уже не очень.
хорошем состоянии. Такое вот. Вот это крыльцо, на котором я снимал вступление к этому ролику. Уже довольно старое, убитое временем тоже. Надо его покрасить, а лучше новое поставить. Уж доски уже гнилые все. Вот это виноград. Такой вот. Большой. Вернее, не очень большой, но недостаточно. Такой вот виноградик. Еще не зрелый. Пару месяцев можно будет кушать. Тут сорта 2 или 3 на участке. Все мама сажала. А мне теперь его жалко вырубать. Пусть растет. Компот и вино. Варенье прикольное. Тут все заросло сорняком. Какой виноградик. Осы летают. Чувствуют, что скоро созреет, наверное. Будет сладкий. Охраняю этот виноград. Так, это у нас абрикос молодой. Это чеснок. Его выкапывать надо. Вот это вот. Тут, кстати, уже осы поселились. Вон уже залетают в расщелины, где доски, видите, да, осы. Сейчас вылезет какая-нибудь злая оса. Тук-тук-тук-тук, вылазь. Что-то не хотят они открывать дверь. Да, тоже уже доски красить надо. Вообще хотел сайдингом делать веранду, немного ее расширить, чтобы там сделать туалет и ванну, как в городе. Это вот фундамент. Фундамент весь уже разрушенный. Там, наверное, даже кто-то живет под домом. Кошки какие-нибудь. Может, крысы. Крыс, кстати, в доме есть. Их потравил, но позже буду окончательно с ними решать вопросы на выселение из этого дома. Это мой гараж. Это розы. Красная, бордовая, вернее. Мама выращивала. До сих пор растут. Как сорняк. Такие вот. Розы. Букет. Если девушка появится, я их нарву и подарю. Хотя ими можно и живыми наслаждаться, не срывая. Вот это белые. Такие вот красавицы две. Наверное, к маме, когда поеду на могилу, я эти две розы срежу. Не буду покупать. Подарю ей ее розы, которые она очень любила выращивать. Думаю, ей это будет приятнее. Вот эта малина. Всем видно, да? Как бы пробраться туда проводами неудобно от микрофона.
Такая вот она уже подсыхает. Такая малина. Ягода, малина, как в песне. Сейчас попробуем. Да, действительно балдежная на вкус. Очень сладкая. Надо поесть вдоволь. Такая вот. Ароматная такая прям. Здесь растет клубника, как вы видите, да? Это все клубника когда-то была, вернее, ягоды были. Сейчас уже ягод нету. Она уже отошла. Думаю, видно, что ягоды были. Вот, они уже высохли. Так как здесь никто у меня не живет, только соседи иногда приходят. У них свои клубники навалом. Поэтому она немного невостребована оказалась. Вот ягоды, когда-то ими были, вернее. Уже сухие все. Ну, сухую клубнику тоже можно в чай добавлять. Какие-то еще напитки заваривать. Такая вот. В Москве, я знаю, клубника очень дорого стоит, а здесь ее не едят просто. Кстати, вот это вот так я моюсь пока что. Да и, в принципе, всю жизнь так мылись. Летом во дворе, а зимой на веранде. Вот тазик с водой. Вот такую штучку берешь, набираешь и споласкиваешься. Водичка нагреется днем, теплая, горячая даже бывает, если жаркие дни. Такой вот сорняк, очень колючий. Мне его придется как-то выкорчевывать отсюда. Такой вот. Притом колючки впиваются, и хрен вытащишь. Здесь все тоже в сорняке. Это мята. Не дикая, домашняя. Ее мама сажала. Очень ароматная. Если ее потереть вот так вот в руках, в пальцах, тереть, прям запах как орбит жвачек мятный или какая-нибудь Вригли жвачек, очень такой ядреный запах мяты. Можно в чай кидать, в компоты, в морсы. Столько ее много, ее еще сушить можно, можно такой сырой употреблять, зеленый, вернее, свежий. Вот это вот абрикос у меня на участке растет. Такой вот абрикосик. Вот они, незрелые ягоды абрикоса, но весь усыпанный. Так вот, его много. Абрикоса зеленый пока, наполовину созревший. А это голубика или ежевика, не знаю, что это такое. Тоже у меня на участке растет, тоже, видимо, мама сажала. Такие вот на малину похожи, но это не малина, что-то другое, более ягоды, более жесткие, как резина, не созревший пока. Вот это вот тубзалет или по-московскому туалет, такой вот туалетная комната, скажем так. Но внутрь заходить не будем, там не очень красиво, не будем картину портить. Тут огород, который весь зарос
Уже. Такой вот дом с другой стороны. А это вот такая вот у меня черешня во дворе. Вернее, за домом. В огороде. Или на огороде. Не знаю, как правильно. Но факт есть фактом, что она похожа на елочку. Усыпана игрушками. Вот. Ягоды. Вон тоже. Это черешня. Такая еще незрелая, кисленькая. Белая, в принципе, по ней видно. Желтоватый оттенок. Это неспелая. Она будет, когда нальется, розово-красная такая. Значит, она спелая. Или это белый сорт, я не помню, но она даже можно попробовать. Давайте вот эту сорвем. Она зеленая. Видите, да. Кисленькая, кисленькая. Кисленькая, я не буду ее есть, не хочу потом в туалете сидеть читать газету. Вот это все вишня. Такая вот. Надо пробраться к ней поближе. Такая вот вишня. Такая вот. Вот это вообще прям черненькая уже такая. Такая сладенькая должна быть. Да. Вот это вот черешня. Но она пока рядом с вишней, она не спелая, не созревшая. Сколько у меня вишни много, смотрите. Ни у кого столько нет, как у меня. Вон сколько. Все усыпано. Смотрите, сколько ее много. Это еще даже немного, бывает еще больше. В этом году у нее очень много, но тоже немало. Что-то среднее, наверное, такое. Надо еще съесть. Вот она. Вся сочная. Сок. Алая кровь. Все руки перемазал. Как будто убил кого-то. Ах, пахнет как. Вот это, кстати, вишенка крупная. Видите, да? Видимо, здесь сорта вишни тоже. Мамки разные. Мамы мои. Попробуем. Это вообще как черешня. Я вот уже здесь неделю. Я не знал, что за домом такая сладкая вишня. Вот такая вот. Обалденная вишня. Очень вкусная. Очень сладкая такая, прям аж немножко с кислинкой. Кисленькая немножко. И прям аж слюновыделение. Обильное такое. Ну и сладкое в то же время. В Москве такую не везде купите. Ну, в принципе, все. Здесь, кстати, я в детстве в прятки играл с друзьями. Можно закругляться, я думаю.